Налоговые уведомления по почте не придут, если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей. Также уведомления не получат те, кто зарегистрирован в личном кабинете налогоплательщика. Все необходимые документы можно будет найти там. И те, кто имеет льготы в районе 100%. Например, пенсионер имеет в собственности одну квартиру и земельный участок в размере 6 соток. Льгота предоставляется в полном объеме, и в данном случае налоговые уведомления мы не направляем. В этом году изменена форма налогового уведомления. Отдельного платежного документа или привычной квитанции больше нет. В форме уведомления указаны только реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему России – идентификатор и QR-код. Также в налоговом уведомлении не прописываются те объекты, по которым сумма налога равна нулю. Это связано с тем, что некоторые налогоплательщики имеют льготы в размере 100%. Например, льгота предоставляется пенсионерам, многодетным семьям. Полный перечень категорий граждан, которые имеют льготы, можно найти на сайте Федеральной налоговой службы. Сотрудники ведомства обращают внимание, что льготы предоставляют по заявке. Кроме того, если стоимость имущества менее 100 тысяч, на него устанавливают ставку в размере 100%. У нас основная часть таких объектов приходится на вид собственности гаражи. То есть кадастровая стоимость гаражи, которая расположена в городе Сарове, составляет менее 100%. Естественно, на такие объекты налог начислен не будет, и налогоплательщики данные объекты не увидят в налоговых уведомлениях, они не отображаются. 25 октября налоговая инспекция проведет день открытых дверей. С 9 до 20 часов налогоплательщики могут обратиться за консультацией по поводу уплаты налогов и получить налоговые уведомления. Срок уплаты налогов – 2 декабря. После этого за каждый день просрочки будут начислять пени. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.